почему сама? Вячеслав, ты камеру включаем и сторону отправляем. Да, я не знаю. Я здесь, да. Поеду. Секретаря судебного заседания Басханова Эльзира с участием государственных обвинителей просящихся сейчас за 3 июля 2018 года адвоката Новикова, представившего удостоверение номер 11735 и ордер номер 3716 от 3 июля 2018 года. Конечно, не верю. Не только я. Ни один человек в селе не верит. Не только в селе, даже, по-моему, уже даже после первых. Наркотики с мусульманинами – это несовместимые вещи. Вот они решили опозорить перед народом, мол, знаете, видите, какой ваш защитник, мол, наркоман. Надеемся только на Всевышнего. Ну, так вера, конечно, есть в душе, что будет все хорошо, но на правосудие мы надеемся. This case against Ayub Titiev is meant to punish him for his human rights work, to attempt to humiliate him, and it's also meant to definitively push Memorial, the organization he works for, out of Chechnya, and it's meant to further intimidate people from talking openly about the human rights problems in the Republic.